Сделать свой город комфортным, уютным и зеленым – желание каждого жителя Десногорска. Шаг за шагом любимый город становится чище, лучше, представительнее. Не секрет, что Десногорск уже давно привлекает своим радушием туристов, которые по достоинству оценили и полюбили не только Десногорское водохранилище и пышные зеленые аллеи, но и привлекательность города в целом. Успешно завершается начатое в том году облагораживание сквера в 4-м микрорайоне. Выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, посадка травы, деревьев. Также на сегодня установлены именные лавочки. Установить именные лавочки решили на совете руководителей предприятий города Десногорск, и в настоящее время от каждой организации, входящей в состав совета, лавочки уже изготовлены и установлены. Лавочки со спинками в кованой оправе изготовлены и обработаны специальным составом для долговечности и комфорта. Это прежде всего для пожилого человека новое, очень аккуратные, приятные и, так знаете, как бы удобные. Хорошие лавочки, молодцы. И несмотря на то, что большая часть работ по благоустройству сквера выполнена, реорганизация в 4-м микрорайоне продолжается. Но в этом году, я уверен, максимум полтора месяца здесь будут установлены освещение. Далее. У нас остается вот этот скверик, это посадить осенью деревья. И автоматом мы переходим к детским площадкам. Там будет ковровое покрытие, там будут новые горки, новые снаряды. Разумеется, жители и гости города по достоинству оценили большие перемены. Прекрасный парк сделали, место для отдыха с детьми. Теперь скамейки из дерева и металла, на которых выполнена резьба с названиями десногорских организаций, не только украшают город и являются прекрасным местом для отдыха, но и станут еще одной городской достопримечательностью. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.